Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. Мода очень переменчива. Некоторые вещи, которые совсем недавно были на пике популярности, уже сегодня могут стать совершенно неактуальными. Но есть предметы гардероба, которые никогда не выходят из моды. Они всегда остаются очень востребованными. Поэтому такие предметы одежды могут стать отличной базой для любого гардероба. Джинсовая рубашка – это палочка-выручалочка в женском гардеробе. Она всегда актуальна. Главное не приобретать модели с вышивкой, стразами или другим декором. Ее можно носить с брюками, любыми юбками и поверх платья. Количество возможных вариантов ограничено только вашей фантазией. Крайне маловероятно, что джинсы станут неактуальными и их перестанут носить. А вот их силуэты меняются и подвергаются модным изменениям. Сегодня на гребне моды джинсы с высокой посадкой, клёш и широкие укороченные модели. Ну а классические идеально сидящие прямые джинсы синего цвета всегда будут в тренде. В случае с белыми рубашками, так же как и с джинсами, есть только одно «но». Ее силуэт может меняться и устаревать. Сегодня актуальные прямые свободные рубашки из струящихся тканей, как будто снятые с мужского плеча. Кстати, многие модницы как раз и находят свои прекрасные рубашки в мужском отделе магазинов. Еще одна вещь базового гардероба, которая всегда актуальна. Она комбинируется с модными вещами и никогда не заменялась в холодное время года, потому что создает дополнительный слой под одеждой. Водолазка способна дать вторую жизнь летнему гардеробу. Надетые на нее разнообразные платья или комбинезоны смотрятся очень стильно. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!